Поэтому что гимнастика? Он почему-то квадратный, если круглый, то я квадратный. Как его зовут? Абуонос. Всем привет! Ты на канале Бонсай со спорта. И сегодня у нас крутой челлендж гимнастика против чего, Даша? Скрипа сей. Поехали. Сейчас я расскажу правила этого челленджа. Я подготовила вот такие задания для Даши от скрипышей. В каждой записочке, у каждого скрипыша свое гимнастическое задание, которое Даша будет выбирать и потом делать. Ты готова? Да. Ну что, Даш, выбирай первого скрипыша. Я выбираю вот этого, его зовут Ноузенс. Давай откроем и посмотрим, что же там за задание. Да. Давай мне, я прочитала. Так, что тут у нас? Поперечный шпагат. Только натягивай, спинка ровная. А пяточки нужно стараться оторвать от пола. Трудно пока, но нужно стараться, да, Даша? Угу. Ну, чуть-чуть оторвались. Чуть-чуть оторвались. Ну да, на самом деле, правда, оторвались, но на этом деле, конечно, попушистый и не видно. Ну что, давай выбирать следующее задание. Угу. Какого скрипыша выберешь на этот раз? Вот этого, его зовут Светлис. Ну, давай открывать. Показывай мне, что там написано. Разворачивай, разворачивай. Мне до этого понадобился наколенник. Давай приступать. Что, я думаю, я тебя засчитываю это задание. Давай выбирать следующее задание скрипыша. Ну что, как думаешь? Какое следующее? Как его зовут? Его зовут Баблз. Давай расскажи. Колесо. Справишься? Да. Я засчитываю тебе это задание, мне кажется, что получилось хорошо. Давай следующего. Ну что, следующий как? Называется скрипыш. Атолбис. Открывай. Кстати, ребята, если вы тоже собираетесь скрипышей, то что, Даша? Ставьте пальчики вверх. Показывай, что там. Продольный шпагат минус. Я думаю, нам для этого понадобится наша розовая таблеточка. Да, понадобится. Даша решила сначала размяться и сделать продольный шпагатик с пола. А теперь будет делать со скамеечки, вернее, со стульчиком. Разворачивай пяточку верхнюю. Так,
вашего инстинкта. Ну что, засчитано. У нас осталось 3 скрипыша. Набираем дальше какого? Зелененького, да? Он почему-то квадратный, все круглый, квадратный. Как его зовут? Аболонис. Давай. Ну что там за деталь? Как он? Он видит. Мостик перекат. Будем пробовать? Да. Сейчас отойду. Аккуратненько. Ну что, я тебе засчитываю задание. Давай делать следующее. У нас осталось всего 2. Ну что, какого выбираешь? Вот этого. Как его зовут? Веселыйс. Открывай. Какое у нас там задание? Следующее задание — мостик. Ну, уже без переката, просто так, мостик и обратно. Давай начнем. Даша интересовалась, какой мостик делать, стоя или из пола, но мы решили, что все-таки стоя. Давай так вступать. Остался один скрипыш. Давай смотреть, какое задание он тебе подготовил. Его зовут Мимимис. Угу. Открывай. Ну что там? Показывай. Мостик на коленках. Сейчас я буду делать это упражнение и схочу взять арочки. Давай, начинай. Все, можешь вставать. Ну что, Даша, как ты думаешь, кто выиграл в этом челлендже? Гимнастика или все же скрипыши? Я думаю, что гимнастика. Я тоже так думаю, потому что ты сделала все задания, которые тебе подготовили вот эти скрипыши. Мама, ты знала, что скрипыши можно сделать? Ну, как ободок и как и ног. Я не знала, покажи как. Ну, можно как-нибудь... Вот так вот. Ой, мне кажется, не перевернулась у тебя. Вот так. Да? Ой, вот так. Если вам нравится, ребят, такое украшение, то ставьте ей пальчики вверх. Ну а ты, если ты тоже любишь гимнастику или любой другой вид спорта, то... Подписывайся на наш канал, ставь лайк, а теперь и...